Приветствую вас на видеоверсии сайта военноедело.ком. США понесли потери в Афганистане. На официальном сайте миссии НАТО в Афганистане Resolute Support, решительная поддержка, размещено сообщение о гибели двух военнослужащих США на территории Афганистана. В сообщении также указано, что Министерство обороны США не разглашает имена погибших военнослужащих в течение суток после уведомления родственников. Обстоятельства произошедшего на сайте не приводятся. Напомним, операция «Решительная поддержка» проводится с 1 января 2015 года и направлена на оказание помощи правительственным силам Афганистана. На этом пока все. Следите за свежими новостями на нашем сайте военноедело.ком.